Федор Конюхов тоже бывал в Атлантическом океане, хотя бывал слабо сказано. Пересек в автономном плавании за 46 суток 4 часа. А теперь известный исследователь заложил рябиновый сад в честь кольских святых. Саженцы для него передал в дар митрополит Мурманский Митрофан. На днях саженцы были доставлены в родную деревню Федора Конюхова, расположенную в Заокском районе Тульской области. Там знаменитый путешественник строит часовню в честь преподобного Варлаама Керецкого. Конюхов лично высадил перед часовней 6 рябин, а из остальных 64 деревьев неподалеку обустроен рябиновый сад в честь всех кольских святых. В скором времени будет изготовлена памятная табличка о закладке, а для освящения сада планируют пригласить митрополита Митрофана. По словам Федора Конюхова, он совершил одиночный кругосветный переход на весельной лодке, вдохновленный примером трехлетнего непрерывного плавания преподобного Варлаама Керецкого, о котором прочитал в книгах митрополита Митрофана.